Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной приманочке от компании EcoPro. Моделька называется VIP Nemo 70. Данная приманка — это нечто иное, как ратлин. Поставляется он в такой вот упаковочке. На упаковке у нас написано, что данный ратлин подойдет для ловли щуки, судака и крупного, соответственно, окуня. Также ратлин оснащен крючками от японской фирмы Сайкио. Это довольно-таки неплохая фирма, и крючки очень и очень отличного качества идут. Длина данной приманки 70 мм. Вес ее составляет 13 грамм. И расцветка в данном случае 0,34 Brick Fish. На обратной стороне упаковочки также имеется некая информация приманки для спиннинговой ловли и отвесного блеснения, ну и так далее, в принципе. Сам ратлин или VIP выглядит таким вот образом. Это довольно-таки прогонистое тело. Ратлин у нас не толстый, он довольно-таки сплюснутый с боков. На хвост постепенно имеет сужение. Расцветка в данном случае довольно-таки интересная. Имеются такие вертикальные полосы, оранжевое брюшко, желтые бока и коричневая спинка. Глаза в данном случае у нас темные. Оснащен двумя тройниками. Тройнички очень острые. А также заводные кольца довольно-таки плотные. Нареканий абсолютно никаких не вызывают. На брюшке у нас также имеется логотип бренда EcoPro и название модели приманки — это Nemo 70. Ратлин у нас имеет, скажем так, некий звук, но он еле-еле слышим и приглушен. Как я понимаю, это огрузочка, имеет мелкую подвижность в камере. Ратлин отлично подойдет для ловли, соответственно, на спиннинг, заброс. Проводки здесь равномерка. Причем можно использовать довольно-таки отлично на течении данный ратлинок. Также ступенчатая проводка с касанием приманки дна и пелагическая проводка в толще воды. В данном случае я ратлинок приобрел для отвесного блеснение зимой, для ловли щуки, соответственно. Также отлично подойдет для ловли судака в зимний период времени. У меня приманка, скажем так, подобного форм-фактора есть от других производителей. Ну, довольно-таки неплохо работает по щуке. Поэтому решил тоже взять от другого бренда. В данном случае приманка уже мало шумящая у меня. И что довольно-таки отлично, на мой взгляд, в зимний период. При отвесном блеснении ратлины такого форм-фактора довольно-таки отлично ходят по сторонам. На вертикальном подтяжке имеет не сильное сопротивление. Ну и, соответственно, очень отлично подходит для отвесной ловли. Данный ратлин можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео оставлю промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.